Несколько суббот на протяжении Великого Поста посвящено поминовению усопших. Наших родных, близких, знакомых, которые некогда жили рядом с нами, воспитали, выучили, наставили нас на путь истины, но теперь живут в другом мире. В минувшую субботу, во второй седмице поста, митрополит Брянский Севский Александр совершил божественную литургию и панихиду в храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Ковшовском кладбище, расположенном в поселке Ковшовка города Брянска. История Брянского кладбищенского храма в честь иконы всех скорбящих радость началась с 1998 года. Поначалу здесь располагалась только часовня, которая со временем была перестроена в храм. С апреля 2015 года, после капитального ремонта, Дом Божий был освящен. И здесь началась полноценная литургическая жизнь. Священнослужители здесь отпевают усопших и совершают панихиды. Двери храма всегда открыты для людей. И многие, приходя на кладбище, особенно в родительские субботы, заходит помолиться об упокоении своих родных и близких. Когда человек идет на кладбище, он зайдет поставить свечку за упокой близких, которых здесь нету. Ну и мое личное мнение, когда был один храм на весь Фокинский район, это мало для тех людей, которые хотят быть ближе к церкви. Поэтому вот это строительство храма здесь, во-первых, на землях, принадлежащих кладбище, решает очень много вопросов поминовения покойных, да, плюс решает вопрос рядом частный сектор, который люди могут сюда спокойно дойти, прийти, а не ехать подальше. В завершении божественной литургии митрополит Брянский и Севский Александр совершил панихиду по всем усопшим православным христианам. В день поминовения наших родных, близких, дорогих нам людей, лица которых особенно явственно предстают перед нами в эти дни, когда мы их поминаем, мы должны о них молиться, молитвенно с ними общаться. Они уже ничего не могут изменить в своей жизни, что они не успели здесь. Допустим, они добрые дела не делали там, кому-то долг не отдали. Это все мы должны сделать, оставшиеся жители земли. Молимся об усопших. Надеюсь, и они о нас тоже там молятся. Царство Небесное всем вашим родным. Спасибо.